Товарищ полковник, побойтесь Бога. А вот только что вот мы вот снимаем на камеру, и я буду передавать в генеральный штаб. Только что это было? Д-30 обстрел куда летел? Да конечно, конечно, конечно. А с Авдеевки откуда летит? У меня есть все данные, где вы стоите в Авдеевке. И там стоят... Нет, вы смотрите сюда. Еще один выстрел в мою сторону. Я тебя с лица земли сотру, ты меня понял? У меня сил хватит. Героями себя почувствовали. Притонил ли украинское телевидение для съемок? Кто расстрелял, наших людей с белым флагом? Мы, что ли? Я задаю вопрос, кто расстрелял? Мои люди или твои люди? Да, конечно, ничего не знаешь. Или поляки ваши? Французы, которые тебе помогают там. Да, конечно. Короче, я тебе предлагаю последний раз. Это мое последнее тебе предложение. Еще один выстрел, я тебя разрушу хорошо. Выйдите сегодня. Это тебе, я тебе даю добрый совет, выйти из аэропорта. Я тебе отвечаю, хоть один пьяный твой недоделанный офицер, там, или солдат, наемник, я не знаю кто. Вы одна пуля выстрелили в мою сторону. Я пущу сюда всю артиллерию свою. Это только предупреждение было, что я могу с тобой сделать. Я пущу всю свою артиллерию, всю. Все танки, всю свою пехоту. И тебе разотру порошок. Мой батальон самый сильный.